Сегодня Роберт Шлегер, мой коллега по Государственной Думе, выступал на пятиминутке и говорил об этом. Но я бы просто не хотел здесь, знаете, там говорить хорошо или плохо. Вот так, ну, значит, он поступил плохо. Он поступил ужасно. Этот человек уже давно здесь находится в эмиграции. Я имею в виду Гозман. У него есть яхта большая в Майами, квартира. Он наворовал денег. И этот человек не чувствует себя здесь гражданином. Это иностранный гражданин, он здесь в эмиграции, ментально в эмиграции. И поэтому, ну, он не наш. Поэтому о чем с ним говорить? Он, видимо, никто из его родственников не касался преступлений. То есть никто из его родственников не погиб в Великую Отечественную войну. Никого из его предков не коснулись преступления чудовищные, которые фашисты совершали здесь. И если бы это было так, он бы такого не говорил. Поэтому давайте простим человеку. Он, в принципе, умом вышел слабоватым. Поэтому, ну, я думаю, что комментировать здесь именно так надо.